Друзья, всем привет! Вы на канале Меги Гигавольт. В этом видео поговорим о НАЗ. Не о НАЗ, а о НАЗ. Носимый аварийный запас. Ну, во всяком случае, я так его называю. Кто-то это называет EDC набором, то есть Everyday Carry, то, что носит каждый день. Ну, я данный набор с собой каждый день не ношу. Но в случае ЧС я все-таки надеюсь, что этот набор будет всегда со мной. Ну и давайте покажу, что же я сюда положил. Конечно, я считаю этот набор максимально продуманным, самым лучшим. Если вы так не считаете, пожалуйста, в комментарии под этим видео. Будет интересно их почитать. Пишите. Опять же таки, если вы еще выживальщик, бушкрафтер, и у вас 20-летний опыт за плечами, вообще будет интересно почитать ваше мнение, что сюда добавить, что убавить, что заменить. Итак, поехали. Значит, максимально он выглядит у меня гражданским вариантом. Никаких здесь расцветок хаки, ничего такого. То есть просто ключница. Это и есть, кстати, ключница. Помещается в ладонь руки. Ну, то есть, как я вот это все вижу, ситуацию. Никаких, скажем так, подозрений у каких-то людей в случае ЧС данный вот этот предмет вызывать не должен. На этой ключнице под цвет подобрана вот такая вот веревка паракорд. Здесь, если ее развязать, больше 2 метров где-то. Также на ней есть такой вот бегающий замочек. Для чего это нужно? Я считаю, чтобы вещь не потерять, она всегда должна быть либо привязана к человеку, к себе, либо, ну, каким-то образом должна находиться на теле. То есть никакие ни карманы, ничего такого, что может там выпасть при беге и вообще от разных ситуаций. То есть мы регулируем этот замочек и просто-напросто петлю себе на голову, на шею. Подтягиваем, и у нас свободны всегда руки, и вот этот НАЗ всегда со мной. То есть можно плавать, можно прыгать, можно бегать. Это будет постоянно, кстати, весит так неплохо, ну, больше 200 грамм. То есть постоянно будем чувствовать, что мы его не потеряли. Это никуда не будет засунуть это все в карман, в рюкзак, и потом это все в один прекрасный момент потерять. Вот. Здесь также имеется вот такой вот карабинчик, обычный замочек. Можно прикрепить, то есть положить это все в карман, джинс, например, и также прикрепить вот за то, куда цепляется ремень джинс. Итак, показываю, что же здесь внутри. Кстати, вот этот чехольчик, ключницу я покупал на Алиэкспрессе. Такой же чехольчик у меня как бы в обиходе. Ну, больше 2 лет у меня каждодневным пользованием служит нормально. Не знаю, это кожзам, либо кожа, ну, короче, неважно. Открываем, смотрим, что же я сюда положил. Ну, самое главное, выживание это, как по мне, мультитул. Мультитул тоже максимально гражданский. Это не лазерман разный какой-нибудь. А это Victorinox. Обычный гражданский ножик. Моделька называется Victorinox Swiss Champ. Это у меня новый нож. Ну, таким же я пользуюсь. Опять же, кто подписан на мой канал, кто смотрит мои видео. Я уже снимал обзор на свой предыдущий Victorinox, который также у меня в деле. Ему больше, наверное, уже 9 лет. Каждый день почти пользуюсь, честно, и по работе, и по дому вообще. Ношу всегда с собой. То есть, такую вот модель. Здесь куча всего. Не хочу все это как бы показывать, рассказывать. Ну, скажу, что основное здесь есть напильник по металлу, например, есть пила по дереву, есть ножницы, очень мне нравится. Также, даже, например, лупа, линза, ну и авторучка есть. Поэтому погуглите эту модельку, здесь очень много функций, и функции, как сказать, очевидные, и также неочевидные. Далее, вот такой вот у меня фонарь. Тоже считаю идеальным фонарем. Это Феникс Е05СС, так называемый stainless steel. Ну, то есть корпус из нержавеющей стали. Вот по мне он, честно говоря, не знаю, идеальная вот разбалансировка, баланс. И вообще он такой крутой, на самом деле. Очень толстые стенки имеет самого корпуса. То есть, в принципе, если даже машина на него наедет, ему ничего не будет. То есть, видите, там стенки порядка на 1 миллиметр. Нержавеющей стали. Также в нем установлена батарейка Energizer со сроком годности, ну, до 31 года.
То есть, в принципе, данный фонарь не имеет так называемой кнопки. То есть, здесь активируется поворотом головы. Поэтому, ну, грубо говоря, данный фонарь с батарейкой внутри пролежит те же 10 лет, даже больше. И данная батарейка не разрядится. Ну, у меня такое правило, опять же таки, давно веду. Значит, в каждом из моих фонарей есть такая бумажечка, и там указаны режимы работы того или иного фонаря и сколько часов он проработает на том или ином режиме. Опять же таки, бумажку это можно поджечь, либо что-то написать на ней. Ну, то есть, включите, так скажем, голову и подумайте, что можно с ней сделать. Но, во всяком случае, в любой критической ситуации мы можем посмотреть, сколько же этот фонарь от какого-то элемента будет работать. Почему батарейки? Потому что аккумуляторы, ну, я как считаю, негде будут зарядить. Да, батарейки, они вышли из строя, то есть, ну, разрядились, мы их просто выкинем. Да, понятное дело, что природу мы каким-то образом загрязняем, но ничего не поделать. Три режима, максимальная яркость, там, не помню, там 100 люмен. Ну, короче, фонарь идеальный, классный. К сожалению, их уже не выпускают. Вот у меня есть такой же. Дома использую такой вот, который сейчас лежит, скажем так, на хранении в этом НАЗе. Далее, зажигалка Cricket. Обычная, которая всегда будет работать. Лишь бы, скажем так, даже если намочили кремень, подули, просушили, и у вас всегда огонь. Никаких не нужно там, скажем так, изгоряться с огнивом и так далее. То есть, опять же таки, этот НАЗ, по моим, так скажем, соображениям, ну, это городской НАЗ, это никакой не лесной, поэтому, допустим, что-нибудь, ну, там, ноготочки подрезать, подпилить что-нибудь там, то же самое, какую-то заусенцу, в этом ноже все есть, поджечь что-то, подкурить кому-то, вот, пожалуйста, зажигалка есть. Мы в лес с этим НАЗом, скажем так, не пойдем, а если пойдем, мы там не пропадем. Далее, запасные батарейки для фонаря. Вот так это все у меня завернуто. Опять же таки, батарейка села, выкинули, новую взяли, поставили. Почему заворачивают вот этот, ну, получается, пленку? Ну, мало ли что. Этот вообще НАЗ можно спокойно мочить, погружать в воду, и, соответственно, элементы питания, им ничего не будет. Три батарейки, то есть там получается, ну, больше, наверное, 3 суток это все будет работать. Далее. Сейчас так вытащу. Здесь у нас пусто, ничего нет. Ну, колечко тоже можно использовать куда-то, что-то. В подкладе лежит у меня вот такой вот zip-пакет. Куча применений. Опять же, рассказывать не буду. Я как бы в этой теме тоже не новичок. Ну, просто, опять же таки, можете написать комментарий, зачем он и так далее. Листок бумаги, ручка здесь есть у нас, ну, стержень. Листок бумаги А4. Далее, обычный пакет на 60 литров. Тоже куча применений. Не буду сейчас рассказывать, есть и применение, так скажем, прямого назначения, есть и что-то такое, включить голову и уже подумать, что можно с ним сделать. И вот такой вот вариант ношу. Ну, я чуть так вот подзакрою. Ну, кто не понял, это кусочек благородного металла. Для чего я его ношу и вообще какое мое видение? Это кого-то подкупить, кому-то дать, скажем так, взятку. Ну, в тот момент, когда это будет необходимо. Ну, не дай бог, эта ситуация, допустим, нужно сделать какую-то там операцию, например. Вот, естественно, будет очередь стоять из желающих. Либо там то сё, мы просто-напросто медработнику просовываем, договариваемся. Ну, не обязательно, допустим, мне, а кому-то, допустим, из близких родственников и так далее. То есть, ну, такой вот 5-граммовый металл. Вот, я думаю, в те времена, времена БП, либо ЧС, я думаю, каким-то образом отвлечет внимание от тех бумажек, денег, которых уже не будет, скажем так, иметь значение, иметь ценность. А вот именно золото всегда будет, как мне кажется, иметь ценность. Ну вот, в принципе, и все. Вот такое вот мое видение. Вот так разложу, еще раз покажу. Вот это, считаю, как бы минимальный гражданский набор для выживания в городе.
все, что остальное, как бы, какой-нибудь бушкрафтер, выживальщик, который скажет, да, для природы это не годится, ну, не знаю. По-моему, вот этот вариант самый лучший. Бумага. Написать сообщение, послание, разорвать, там, не знаю, даже тот же табак, вот, подкурить, что-нибудь такое сделать, ну, все что угодно. То есть огонь у нас есть, добыча чего-либо тоже можно соорудить из этого ножа. Свет у нас есть, когда темное время суток, у нас есть фонарь, где-то пробираться, где-то выбираться и так далее и тому подобное. И также в случае чего, если, допустим, ну, закончилась еда, либо там вода, либо вы чего-то жаждете сильно, вот, используйте вот это. Я думаю, вас за это могут куда-то отвезти по вашему желанию, вам могут поправить здоровье, если что. Ну и вообще, это, я думаю, никогда не выйдет из цены, даже в самые худшие времена. Вот, пожалуй, и все. Еще раз повторю, если вы выживальщик, бушкрафтер, пожалуйста, пишите в комментарии, что сюда можно добавить. Ну, в принципе, места здесь, честно говоря, уже нет. И, опять же таки, хотелось здесь сохранить именно вот этот гражданский такой, ну, гражданский набор. Никаких здесь разных там удавок и так далее и тому подобное. То есть, некоторые там, может, кладут эти все пилы, именно пила-струна. Но это, я считаю, бредом, на самом деле. Это постоянно, можно, в принципе, засунуть потом в карман, кому-то там подкурить, с кем-то завести разговор, ту же сигаретку попросить, опять же таки завести разговор. Это можно, может помочь, скажем так, в разных ситуациях. Здесь и отвертки есть, как я сказал, и лупы, и линзы. Это же можно организовать как себе, так и кому-то и с кем-то пути отхода ночью, например, то есть батареек хватит. Да, вот это, опять же таки, возвращаясь, это такой вариант универсальный. Так что такие вот дела. Кому данное видео понравилось, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Я не часто такие вещи, как бы, видео снимаю, в основном у меня распаковки. Кому-то это не нравится, конечно, но, честно говоря, не хватает времени на все. А так, конечно, у меня увлечений много, поверьте мне. В некоторых темах я считаю себя экспертом. Ну, а здесь же тема такая просто показать. И кто, кому понравилось, пускай напишет комментарий вообще, что вы об этом думаете. На этом все. Всем пока. До новых встреч.